как сделать, чтобы кредитные лимиты были нормальные, чтобы карточки... Вот так, тенек будет, о, слава богу, сел, а то, блядь, запарился тут бегать с вами. Значит, по приезду в Америке, первый банк, который вы идете, это называется US Bank. Идете в US Bank и оформляете себе чековый аккаунт. Как только вы вышли из US Bank, вы идете в Bank of America, Банк Америки называется. Открываете там чекинг аккаунт, кладете там 1500 у них. Обычно минимум баланс, чтобы не платить месячные фи. То есть 1500 у вас будет в US Bank, 1500 у вас будет в Bank of America. И в Chase вы идете и там открываете, тоже 1500 минимум будет чекинг аккаунт. То есть вот вы сходили в Chase, вы сходили в US Bank и в Bank of America. Три банка, запомните. Вы должны сходить. Также вы тут же открываете аккаунт на PayPal. PayPal аккаунт немаловажен, обязательно должен быть. И тут же, когда у вас есть уже PayPal аккаунт, Chase Bank, US Bank, Bank of America, у вас все чекинг аккаунты есть, там положены какие-то денежки, вы пытаетесь в течение месяца, двух, там, полгода, чтобы туда денежки немножко приходили, уходили, приходили, уходили, приходили, чтобы не просто лежали деньги, а как бы что-то там шевелилось. Когда вы эти все четыре аккаунта открыли, вы тут же бежите и открываете карточку, называется Capital One. Capital One — это банк в Нью-Йорке, который дает всем кредитные карточки, всем мексам, всем индусам, всем новоприбывшим. У вас будет там кредит лимит $500 вам дадут. Но когда у вас все четыре карточки есть, вы на Capital One вы пользуетесь каждый день, вам на Capital One поднимут с $500 до 1000, с 1000 до 1500, до 2, до 3, до 10 потом будут поднимать. У моей жены теперь там где-то 10 тысяч на Capital One, это самая первая карточка, которую ей дали. Но когда у вас есть аккаунты во всех этих банках, то вам эти банки будут сразу кредитные карточки предлагать тут же, вот так вот. То есть сначала у вас будет дебет-карточка, которой вы чуть-чуть попользуетесь. Ну, в минус главное не ходите, в минус всегда оплачивайте ваши биллы. И в течение, я думаю, вообще, в общем, я так понял, что в течение 3 лет минимум, что у вас должно быть кредитный лимит на карточках, это около 20 тысяч. То есть одна карточка даст вам 5, другая 5, третья 5 и четвертая 5. Это за 3 года у вас должно быть минимум 20 тысяч. То есть если у вас за 3 года в Америке не оказалось 20 тысяч долларов на карточках, то, сори, ребята, вы просто тупой долбоеб, блин. Слушайте всяких ребят, которые, блядь, вам про криптовалюту будут говорить. Опять же, мне похуй, что я тут говорю, потому что, блядь, это мой канал, я думаю, меня никто не может забанить. This video is for entertainment purposes only. Тут все только для entertainment, то есть для развлекаловки. Я ничего, опять же, я это все пизжу от балды, я вас развлекаю за лайки, понимаете? Лайки ставите, вот я вам развлекаю. Женя шут, ха-ха, Женя дебил, ха-ха, лох, ха-ха. Вот, пожалуйста, блядь. Я говно, блядь. Мне нормально. Кощей говно, пожалуйста, блядь. Похуй. Просто если вы уезжаете из Америки, обратитесь ко мне. И все эти банки вам будут давать кредитные карточки. Также вам PayPal даст карточку. Всегда начинайте чаржить на эти все карточки что-то. Потом, если Discover вам будет предлагать, берите Discover карточку. Но Discover очень, как вам сказать, там нужен, блядь, хороший доход. Discover так просто вам карточку не даст. American Express вам так просто карточку не даст. Так что... Все только это Chase, Bank of America, US Bank. За 5 лет вы должны сделать себе $100 000. Ну, не 100 вы можете сделать, сделайте 50. Почему у моей жены $100 000 кредитный лимит? Это из-за того, что я ее включил в свою кредитную карточку. И не в одну. И на этих кредитных карточках показалось, что ей было 21 год, а на кредитной истории у нее показалось, что она уже кредитной карточкой выплачивает 20 лет, не, 18 лет. Так что, как кредитную историю? Платите, конечно, по всем кредитам. Вы можете перебрасывать деньги с одной карточки на другую, с другой на третью, с третьей на четвертую. Таким образом, вы можете не платить проценты, если вы что-то там аккумулируете. Но пока вы не достигли там 20, 30, 40, 50 тысяч, нету смысла уезжать в Украину, потому что... Ну, я понимаю, что вы там все равно подарки у вас, дальше мозги не доходят, кроме Xbox, iPhone и iPad, потому что я человек, я мыслю десятками тысяч, сотнями тысячами, миллионами, понимаете, потому что у меня это, я не могу вот это на мелочь, да, я сейчас брачные договоры делаю людям, которые фиктивные браки делают, например, чтобы грин-карту получить или что-нибудь там,
по 300 долларов, то есть это, да, копейки, но, в общем, тот, который у меня, брачный договор, мне составляли полгода, ребята, 4 лоера разных. Я этот договор просто подделаю под ваш кейс, и с этим брачным договором вы можете спать спокойно, зная, что ваша жена, когда она вам документы сделает, например, что она вас не кинет еще на большие бабки, потому что при разводе она может очень много еще с тебя содрать, потому что ты хоть с ней договорился на определенную сумму, что сколько ты ей заплатишь, чтобы сделать там документы, да, но она тебя может потом выебать во все дырки, и это сплошь и рядом. Я вот сейчас в судах посидел, в разводе, ребята, все равно ко мне обращайтесь. Так что если вы 300 долларов, блядь, понимаю, жадность, понимаете, жадность все-таки есть у людей из России, из СССР. Вам 300 долларов сейчас жалко, потом все равно ко мне придете, блядь, никуда не денетесь, блядь. Да, так что, ребятки, по приезду в Америку первым делом открывайте счета в банках, потому что, ну, это всегда можно на карточке прожить, и прожить неплохо, и выжить, и чтобы был какой-то капитал, если какая-то хуйня случится, понимаете. Что-то еще я про карточки хотел вам сказать, то есть как кредитную историю лучше сделать. Ну да, там типа все идут машину покупать, и да, кредитная история нужна для того, чтобы купить нормальную машину, да, чтобы вам дали кредит по более-менее процентной ставке. Кредитная история нужна, чтобы вам дом дали под меньший моргидж, под меньшую ипотеку, чтобы кредит был лучше. Обязательно нужна кредитная история в Америке, не портите ее. И да, ну, любые вопросы обращайтесь, я, конечно, помогу, но не надо со мной говорить по телефону в открытую, не надо говорить, конечно же, через email, через телефон, что там да как. Так что вы понимаете, я понимаю, и все, не надо это видео бэнать, ребята, не будьте, сука, не будьте крысой, потому что...